С 5 по 8 июня в Русском театре первый международный фестиваль-конкурс джазовой импровизации «Мастер Джем Фест». Саммит более 40 виртуозов импровизации из 16 стран мира. Джазовые коктейли из свинга, бибопа, джаз-рока, фанка, латины, баллады, а также звезды «Мастер Джема» в сводном биг-бенде под управлением Анатолия Кролла. Размещают гостиницы «Аркадия» и «Вилла Ле Премьер». Угощают банкет-холл «Одесса» и «Клара Бара». Элитные дома, строительные компания «ЗАРС».